Но городский музей-заповедник провел сегодня пресс-показ своего нового объекта – сувенирного цеха. Он полностью укомплектован оборудованием, в том числе для 3D-моделирования. Летом специалисты Новгородского музея-заповедника наконец воплотят в жизнь давнюю мечту. Сделают трехмерную копию Кремля и памятника тысячелетия России. Исполнить задуманное удастся благодаря недавно приобретенному архитектурному трехмерному сканеру. Этот небольшой аппарат, напоминающий аудиоколонки, позволяет отсканировать весь ландшафт в радиусе 300 метров. Единственное условие – устройство не может работать под дождем и в холод. А пока тепла нет, музейщики осваивают другую покупку – сканер ювелирный, работающий с небольшими предметами. Область рабочего стола, она совсем небольшая, где-то порядка 15 сантиметров, и высоту тоже около 15 сантиметров. Но зато он дает мельчайший рельеф в несколько метров. Потом можно сюда подойти и посмотреть совершенно маленькие изображения, очень, да, невысокий рельеф позволяет отсканировать и сделать модель. А чтобы из отсканированных материалов получились настоящие модели, музей закупил и несколько 3D-принтеров. Один из них делает копии из пластика, другой из гипса. Также есть возможность на различные предметы наносить изображения. Приобрести все эти чудеса техники удалось благодаря поддержке Международного банка реконструкции и развития. На оборудование было выделено 500 тысяч долларов. Сейчас сувенирный цех полностью укомплектован. Впрочем, производить здесь, вопреки названию, будут не только памятные подарки. Мы считаем, что сувениры – это будет приятный бонус. В принципе, основная задача – это, конечно, исследовательская. Но и когда мы, в принципе, не имеем возможности сейчас показывать многие свои артефакты из-за их хрупкости, скажем, свинцовые печати, они из-за того, что свинец очень активно взаимодействует с воздухом, окисляется и предметы разрушаются, то мы надеемся, что мы сможем их отсканировать, сделать копии и не только показывать, но и давать людям в руки, потрогать. Всего в сувенирном цехе 11 современнейших аппаратов. Помимо сканеров и 3D-принтеров, здесь полиграфическое оборудование и фреза. Сотрудники этого подразделения уже прошли специальное обучение и сейчас вовсю осваивают новую технику. Вероника Карпесонова, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.